Владимиру Макарову присвоено звание почетного гражданина Чукотки. Награждение состоялось на торжественном вечере по случаю его 85-летия. Владимир Макаров, известный в регионе врач и общественный деятель, который полвека отдал лечебному делу. Макаров Владимир Константинович приехал на Чукотку еще в далеком 1961 году. Много лет он был главным врачом окружного противотуберкулезного диспансера. Создавал на Чукотке систему организации лечения этого опасного заболевания. Больше полувека отдал работе в системе здравоохранения Чукотки. Сейчас Владимир Макаров на пенсии, но ведет активную общественную деятельность. Я начал работать в одном из отдаленных сел, это в Чукотском районе. Чукотского автономного округа, в Инурмино, потом в Нешкане. И вот с 61 года я здесь. Да, у меня были перерывы. Отработав сколько-то лет сельским участковым врачом, я понял, что, в общем-то, надо приобретать какую-то специальность, потому что я был за всех. И ухо, горло, носа, и гинеколог, и кто угодно, и что хотите, но надо как-то дальше. И я поступил в ординатуру. Туберкулез был, в общем-то, краевой патологией, и я выбрал именно туберкулез. Знак почетного гражданина Чукотки юбиляру вручил в РИО заместителя губернатора Владислав Набиев. Он поздравил Владимира Макарова и зачитал ему постановление главы региона. В нем сказано, что почетное звание присвоено за многолетний добросовестный труд и благотворительную деятельность. Торжество прошло прямо в день рождения Владимира Макарова, которому исполнилось 85 лет. В мае месяце, когда состоялась встреча с РИО губернатора, Владимир Константинович обозначил позицию Народного фронта, высказал свою боль, свои опасения, и это нашло отклик в том числе в тех мероприятиях, которые проводит РИО губернатор. Мы знаем, что сейчас разрабатывается программа «Чукотка без туберкулеза». И в честь, в рамках празднования 85-летия, конечно, это знаковое такое событие, это такой символический подарок Владимиру Константиновичу за его многолетний труд. Поздравить Владимира Макарова пришли его бывшие пациенты, представители общин коренных жителей, коллеги по Народному фронту, представители окружного правительства. Звучали слова благодарности и пожелания. Перед юбиляром и гостями вечера выступили артисты фольклорного ансамбля «Берингия». Владимир Макаров рассказал гостям о своем жизненном пути, продемонстрировал семейные фотографии и поделился секретами счастливой жизни. Напомним, в декабре 2021 года кандидатура Владимира Макарова была утверждена Советом депутатов на получение звания «Почетный гражданин города Анадыря». И вот теперь имя известного врача и общественника вошло в список лучших жителей Чукотки. Кристина Мовчан, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.